Шпатик такой приятный. А тут еще кварчик лежит. Вот тоже. Так, ладно, возьмем. Так. Вот какой пигматит красивый. Пусть остается тут. Угу. Кварчик тоже. Какой интересный на пигматите. Так, с собой. Мусковит на пигматите.
пигматитище. Вот с кварцем на кристаллов. Но кристаллов не видно. Вот здесь разве что начнешь разбивать, она обломится. Да и не кристаллов все, а может быть. О, какой пигматит. Ну да, ничего интересного. Так, ну ладно, выключаемся, одной рукой работать неудобно. Интересный пигматит, вот образец, видно, ихтиоглипты кварца, вдоль идут, слюдка тут, и пигматит красивый. И здесь тоже отмоется, хороший образец. Здесь тоже вон. О! Какой пигматитик. Симпатичный пигматит. Вот он. Красава. А это на пигматите вот дымчак лежит. Уж пигматит мне больно понравился. Возможно. Вау, тут вообще вот эти несколько образцов возьму. Красивый пигматит. Вообще, конечно, сколько интересного сегодня увидел я. Ужас. Слов нет. А если есть, так нецензурные. Сейчас еще туда прогуляюсь и заканчивать буду. Вау! Кто ж это так природу-то не любит? Да. Там вон траншея. Здесь котлован. Кошмар.
Это копии. Богатое болото Ижаковское. Все изрыто. Не напрочь.